Привет, друзья! Ставим лайк и поехали! Кэндис – обычная американская девушка из Нью-Джерси. Однажды ей выпал шанс переехать на новую квартиру. Цена за аренду была меньшей, но переезд вышел ей боком. Ее спокойная и размеренная жизнь закончилась. Ее сосед через стену оказался любителем тусовок и громкой музыки. Каждый вечер в его квартире собирались толпы молодых людей, которые громко разговаривали, громко смеялись и громко слушали музыку. Сначала Кэндис терпела и пыталась просто смириться и привыкнуть к шумному соседу, но с каждым днем она не высыпалась все больше, и это начало попросту ее раздражать. Однажды под Рождество, когда музыка за стеной уже просто вывела ее из себя, девушка решила написать соседу письмо. Кэндис в вежливой форме попыталась донести своему соседу, что так жить нельзя и нужно что-то решать. В своем письме девушка отметила, что много из песен, что звучали за стеной, ей нравились и навеивали старые воспоминания. «Если честно, несколько раз я получала огромное удовольствие от твоей музыки», — отметила американка. Дальше Кэндис в подробностях попыталась описать свои эмоции, которые ее переполняли, когда она не могла уснуть из-за громкой музыки, но девушка поняла, что злиться на шумного соседа смысла нет, поэтому решила решить вопрос по-другому, по-доброму. Кэндис испекла торт своему другу за стеной. Девушка оставила торт и письмо под дверью своего соседа. На следующий день его там не было, а спустя пару дней парень из соседней квартиры решился познакомиться с соседкой. Сосед оказался музыкальным продюсером по имени Тони. Такой громкой музыкой он пытался заглушить свое горе. Тони был тоже новичком в этом районе, и для него это было первое Рождество без его дочери, которая погибла в аварии в начале года. Он попросил прощения за шум и пообещал, что в следующий раз пригласит ее на свою вечеринку. Но самое главное, он отметил, что торт Кэндис был очень вкусным. Девушка отметила, что понимала состояние Тони, ведь не так давно сама потеряла близкого человека, умерла ее мама. После этого случая они сдружились, и теперь Кэндис часто участвует в шумных вечеринках соседа. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно», странички в Instagram и Facebook. Ссылки в описании.